Несколько недель назад в интернете появилось видео, где китаец берет своего кота, и я не буду произносить это вслух, судя по фотографиям, я думаю, вы уже догадались, что он сделал. По понятным причинам администрация всех социальных сетей быстро удалили это видео. На самом деле вокруг этой ситуации ходит очень много спорных мнений. Если в Китае разрешено есть домашних животных, то почему нельзя показывать в своем блоге то, как ты их готовишь? Конечно, я лично такое осуждаю и не стал бы делать. То есть, чтобы вы понимали, такое не делают даже психопаты в больнице. Оказалось, что он обычный китаец, учится в универе и ведет кулинарный блог. Каким-то чудом кот выжил. Его прооперировал опытный хирург, который наложил ему швы, и все было с ним окей. Но как вы думаете, какая судьба дальше ждет этого китайца?